the mumble like a crazy river. Mumble like a crazy, mumble, 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 mumble like a crazy, mumble. Crazy, do the mumble like a crazy river. Calabrese do the mumble like a crazy with it. All you Calabrese do the mumble like a crazy with it. All you Calabrese do the mumble like a crazy with it. And just wanna make a little noise. С вами снова Света, давно не виделись, это рэп, блог и мир танца. Со мной рядом Александра Гаврилова, это мастер по бутишейку. Бутишейк, знаете, что это? Это когда они делают... Саш, вот так, е-бэйби. Это то, что вы видите в самых модных клипах, в самых модных тенденциях южатины и всего того подобного. Окей, Саш, блин, даже не знаю, что тебя спросить, у меня одни эмоции, на самом деле, сама хочу научиться. Вот скажи, пожалуйста, вообще бутишейк, это как бы любой может так делать, попой двигать, или это нужны какие-то определенные способности, умения, не знаю? Нужно только огромное желание, а все остальное будет. Слушай, у нас тут вечеринка будет в апреле. Можешь нам помочь спасти ее и научить наших девчонок двигаться так же? Конечно, не вопрос. Она нам поможет, ура! Так, девчонки, в общем, что я вам хочу сказать? Мир танца Александра Гаврилова, бутишейк, рага, что там еще? Ждут вас мастер-классы. Это был рэп-блог. Специально для рэп-блог Света и Саша. Девочки, если вы хотите, чтобы все мужчины были у ваших ног, приходите на занятия. Танцуйте бутишейк вместе со мной. Е, бэби, я приду! Это рэп-блог.